А вот рисунок дочери Ильи. Покажите, о, пожалуйста. Покажите, Соня нарисовала. Илюша. Меня Соня спрашивала все, я говорю, давай сама фантазируй. И вот что она нарисовала. А ты можешь объяснить, что тут происходит? Слева это манекен, он говорит, помогите. А посмотрите, какой у нас зрительный зал. Посмотрите, люди, 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 и вот там свинья сидит. И люди говорят, уже смеяться? Второй говорит, наверное. Наверное. Соня, молодец. А покажите, какой шикарный диалог. Ты когда-то ела шампунь мужа? Конечно, о чем вы? Илюш, теперь понятно, кто тебе пишет твои стендапы? Конечно, о чем ты? Все семейное.